Всем привет, с вами Ангелинка и Аня. И сейчас мы пойдем кататься на аттракционе на ВДНХ. Вот мы сейчас уже идем. Садись. И на... мы садимся на самый главный первый ряд. А что, уже начинается? Вот сейчас нам один очки. Что мы делаем? Это еще не началось ничего. Что-то тут. Вот это нам включим. Да-да. Сейчас поедем. Уже дверь закрывается, так страшно. Пока! Пока, Тань! Пока, Тань! Сейчас мы поедем уже. Все, ладно. Мы сейчас поедем, да? Да. Ой. Все, ладно, будем смотреть. Было очень клево на этом симуляторе кататься, мы просто все так смеялись. Вообще, с виду это страшно, но на самом деле внутри это просто, особенно американские горки, это просто мимо. Стоит 250 рублей, но вот такие. Ангелина, помнишь там? Смотрите, это страшно, Coral. А там веселое, все блестящее. А это горки такие, на них на чем-то нацепится. Это орбита, но мне кажется, она не очень страшная. А вот страшно, это реально очень страшно. Пошлите на страшное, хотя я безумно боюсь. Мы хотели пойти с Аней с Валерой в этот жуткий дом, но не пошли, потому что Ане туда быть нельзя. И там, короче, вообще очень жутко страшно, если подойти даже к этой руке с пауком, ты реально испугаешься. И мы, наверное, пойдем. На чем? Я думаю, все знают, кто живет в Москве. На тройке. Но это тоже может быть. Я даже на этой, мне кажется, боюсь. Она поднимается наверх, хотя она не раньше каталась. Сейчас поедет Валера с Аней, потому что нельзя по трое, а я одна не хочу ехать. Вон они там сидят. Короче, сейчас ждут меня, и я, наверное, сяду к этому мальчику. Потому что очень долго ждать. Давай. Мы прокатились, и было очень страшно, у нас сейчас кружится голова. Я там уже села с мальчиком, мы катались 5 минут, но я уже успела с ним познакомиться. Ему 10 лет, такое все окей. Ладно, мы будем ехать дальше. О, как это? Девчонки катаются, а мы сейчас, наверное, пойдем на водную горку, да, она сейчас работает. О, осенью, да, в такой холод, она работает, ребят. Ну, мы, наверное, на нее пойдем. Я надеюсь. Куда выходить? Вот это мышь. Все, мы прокатились, это было реально очень клево. И я просто не могла вам показать кусок, потому что мы так быстро там едем. На самом деле это страшно, но одновременно очень клево и очень больно. Ну что, мы уже в машине сейчас поедем домой, да? Да, Тихо. Ну, приятно. А теперь включите свет, я не могу пищать. Мы уже дома, и мне очень все понравилось, просто безумно. Так что ставим лайк, если вы тоже хотите на ВДНХ. Короче, мы когда на этом мальчике с тройкой ехали, мы так испугались. Она так высоко подлетала, я еще села на край, я такая, боже мой, зачем мы сюда пошли? Ну, мы с ним реально познакомились, такие все. Друзья, теперь... Ладно, я шучу. Ну, Степа, если ты смотришь это видео, привет тебе, пламенный. Так что всем пока, с вами была Ангелинка, и надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вы подпишетесь, будет очень весело и классно. Пока-пока.